Всем привет! Вы на канале Удача. Продолжаю серию видео кардана в открытом грунте. Это еще одна роза кардана. Она у меня кремового цвета, похожа на романтичную, историческую. Что я могу сказать? Роза кардана, как себя ведет в открытом грунте? Бутоны больше, чем когда она находится в горшочке. Достаточно быстро наращивает куст. Ведет себя неплохо. Какой большой минус у карданы? Она очень сильно цепляет мучинистую росу. Вот в прошлом видео я вам показывала большой куст. Сейчас мы боремся за то, чтобы его спасти. Вот он у меня. Это тоже кардана розового цвета. Но были затяжные дожди, и она у меня подцепила мучинистую росу. Несмотря на предварительные обработки, я к этому отношусь очень внимательно. Я для цели профилактики обрабатываю свои розы. Но тем не менее подцепила. Обработала я ее топазом и фитоспорином и попшикала ее, я уже повторюсь, топазом. И последний раз, что я делала, я припудрила ее золой на несколько часов. Вот эффект вроде неплохой. Посмотрим, что будет дальше. Еще у меня есть третья кардана. Вот она больше всех пострадала от мучинистой росы. Повторюсь, я обрабатываю свои розы с целью профилактики, но тем не менее подцепила. Когда она зацветет, я обязательно ее вам покажу. Ну вот она, кардана розовая. И кардана такая персиковая. К сожалению, не могу сказать название, потому что когда на горшочках продается, написано кардана микс. В принципе, на сайте Кардеса я нашла ссылки на название, но там есть несколько видов кардан с похожим оттенком, и чтобы я не обманывала, говорить разновидность не буду. Вот такая красотка. Она такая, знаете, кремовая. Кремовая, да. Хотя, когда я покупала, она была кремовая с розоватым отливом, а теперь она чисто кремовая. В общем, если вы готовы повоевать с болезнью, то, в принципе, достойный сорт.